А вы знаете, почему гора называется Уздыхальница? Да нет, вроде. Да, знаю, потому что на эту гору, пока залезешь, сдохнешь. Да, но это еще не все. Как известно, здесь, на этих холмах, располагался в древности Киевский замок. А стражников в этот самый замок нанимали по испытанию того, как они заберутся на Уздыхальницу, и не сдохнут ли они при этом. Давайте проверим, смогли бы ли мы подойти на роль стражников Киевского замка. Поднимемся на гору. Да ну, это нам не по силам будет. Правильное решение. Подождите. Ну что, все живы, здоровы? Да, живы, здоровы. Стражники отлично. Годны? В полном порядке. Да. Что-то у меня паршиво, что-то у меня какие-то пятна перед глазами. Чего ты? Не быть тебе стражником. Панорама. Гора Клинец. Сейчас это отрог замковой горы. А в прошлом, когда существовал еще замок, расположенный на замковой горе, это была отдельная гора. Между ними находился мост. А вот ров между горой Клинец и замковой горой. А вот и сама замковая гора. Схема со стрелками.
вот уже несколько веков ученые, прекрасно зная по документам литовской метрики описание замка, навязывают ошибочное мнение про Андреевский спуск, что где это во время существования замка была дорога, связывающая Подол с верхним городом. Договариваются до того, что Андреевский спуск это вообще Боричев увоз летописный. Между тем, Андреевский спуск, дорога сравнительно молодая, появилась она после разрушения замка, когда перестал нести свою функцию. Во время же рассвета замка дорога проходила непосредственно по замковой горе Киселевки, между двумя воротами, южными Драбскими и северными Воеводинами. Эти северные ворота хорошо видны на рисунке Абрахама ван Вестерфельда, и спуск от них к Щековице остался до сих пор. Мы пойдем и покажем его вам. Вы своими глазами увидите именно ту дорогу, которая соединяла Подол с верхним городом, проходя внутри замка поверху горы, в то время, когда Андреевского спуска и в помине не было. Между тем, ученым историкам проще, сидя за письменными столами, торжественно указывать на Андреевский спуск. О, дескать, древнее путище! Поднимаемся на Клинец. Наконец. Поднимайтесь. А вот сейчас мы находимся на горе Клинец, хотя многие люди ошибочно считают, что это замковая гора. Вот на этом месте были Драбские ворота, и к ним как раз подходил этот мост, который проложили над рвом. Боров, и над ним был мост. Сейчас мы идем по дороге к северу замковой горы, чтобы увидеть место, где были расположены воеводские ворота, от которых дорога спускается вниз в сторону Щековицы, к северу. А вот тут на
вверху горы Замковые, кладбище Флоровского монастыря. Ворота. Они находились на северном склоне Замковой горы. Петр Иванович, да. Леницкий, профессор. Вероятно, там была его фотография, а когда он умер, непонятно. Здравствуй, человек из прошлого. Ты родился в семье священника 23 ноября 1839 года в городке Лебедине, что в Харьковской губернии. Ты прилежно учился, а позже в Киеве, вместе посмертного своего поругания, стал профессором Киевской духовной академии. В молодые свои 27 лет ты стал доктором богословия. Ты читал лекции, писал книги, публиковал статьи, по которым нынче защищаю диссертации.
Ты был женат на Марии Николаевне Чудиновой и стал отцом 5 детей. Философствуя, ты изложил свои размышления в книгах «Идеализм и реализм», «Основные вопросы философии», «Пособие к изучению вопросов философии», «Изящная литература и философия». Ты выразил мысль, что с признанием свободы воли связано признание ответственности за свои дела и поступки, поскольку воля настолько свободна, насколько ей позволяет совесть. Революционный 1905 год, когда студенты стали делить преподавателей на ваших и наших, своих и чужих, отделил тебя от некогда восторженных слушателей. Тебя назвали оппортунистом и предателем. Летом 12 июня 1906 года у тебя случился сердечный приступ. Ты умер. Вот мы и пришли, кстати, к месту, где были воеводские ворота северные. Вот здесь они и были. Сейчас мы спустимся по старинной дороге, которая идет вниз на север, как и написано в литовской метрике. Кирпич. Это все остатки дороги. И высокие склоны. Ее высокие склоны. Овраг. Высокие склоны дороги. Остаемся у нас. Мы рассчитываем выйти к Щековице, как и сказано. Дорогу несколько поворачиваем. Дорога все так, потом тут поворачивала и следовала дальше вот туда. Какой же вид открывался сиявшим с севера на этой дороге? Идем вдоль кромки горы, мимо Фроловского монастыря, к их заброшенному погребу старинному.
кирпичи. Тут все в битом кирпиче. Еще разрастание. А вот уже пришли к похлебу.